Ну что же, всем привет, мои дорогие. Продолжаем хелочку. Сделает чуть-чуть маленькую паузу. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую малую Одессу. Одесса, как слышно? Одесса? Одесса, мама? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую малую Одессу. Одесса, как слышно? Сейчас, походу, у нас в этой серии будут покатушки. Здравствуйте, доктор Фриман. Машина готова. Запрыгивайте, я опущу вас на пляж. Давай, погнали. Хорошо, поехали. Можно пониже опустить. Подожди, чертова магнита барахлят. Извините, док. Блять, ну спасибо. И чё? Всё, я пешком пойду. Я даже двигаться не могу. Попрыгнуть не могу. Эй! Так не могу. Я ничего не могу сделать. Ну давай, я не знаю, загрузим, блядь. Я думаю, что-то просто пошло не так. И она должна была на колеса приземлиться. О! Одесса, как слышно? Здравствуйте, доктор Фриман. Машина готова. Ты давай там поаккуратнее только. Я опущу вас на пляж. Хорошо, поехали. Давай, поехали. Сделаю вид, что я сижу. Вот так вот. Пригнусь немного. Подожди, чертовы магниты барахлят. Извините, док. Блять. И опять я ни хрена не могу сделать, да? Залезть в машину обратно я могу? О! Гранатомёту в упор помогло. Ладно, вы там разбираетесь. Туда приехал. Да хпшка тает. И чё, куда мне тут? Пока непонятно.
Так, ну там я был, блядь, там тупик. Реально тупик. ППшки 78. Давай сюда съездим. О! Здесь типа перемахнуть, да? Ага. Так, ну через этих муравьиных перемахнули. Можно подхиляться, да? Так, а вылезти? Ясно, два раза нажать. Пробились через этих муравьиных засранцев. Давай, погнали дальше. Что, все? Я понял. Короче, это единственный способ достать машину. А где муравьиные засранцы? Их отпугивает звук вот этой херни, да? Зелёно они не любят громких звуков. Поближе к этой херне встану.
Оно еще живое там. Ну, вроде утихомирилась. Давай, давай, залазь. Блин. Плохо. Не залез. Подай. Ясно, этот гад сидел. Ну, как я и думал. Давай по новой, сейчас туда пойдем. Господа комбайны, все идут по нашим пятам. Давай так. Ну, база повстанцев.
Не видно. Че, надо дальше ехать? Ну, заправить немного. Тудема. Слушай, эта мегапушка у меня, надо перезарядить, наверное, ее. Нет, это максимальный запас. И здесь нифига такого интересного. Это я. Быстрее в подвал. Мы ожидаем штурмовики с минуты на минуту. Полковник Кэббидж будет рад, что ты добрался. Кэббидж? Тот самый Кэббидж? О, ракеты. Где ракетница? Оставайтесь со мной. Подожди, я сначала сюда зайду, если ты не возражаешь. А, типа там два прохода, я понял. Тут у вас что-то пусто. Короче, нас тут ждет жесткий файт. Да-да-да, сейчас подойду, подожди. Дай смотреть. Управляемая ракетная установка — лучший способ сбить штурмовик. А, привет, я сейчас подойду. Так, о чем я? А, да. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли сбить. Сначала это его только разозлит. Но если вам удастся не только выжить, но и несколько раз попасть, можно считать, жизнь прожита не зря. Ну, и кто тот счастливчик, который будет с ней воевать? Ах да, Гордон Фримен. Я не мечтал о лучшем добровольце. Полковник Одесса Кэббидж, к вашим услугам. Проклятие. Дайте мне только предупредить точку маяка, и я помогу. Вперед! Покажите тому штурмовику, где раки зимы. Не забывайте про лазерное наведение. Нужно провести... А его не видно! А так?
не вижу его, блин. О, понял. Понял. Чё, типа нескольких раз хватило? Нет, не хватило. Вот и все. А вы боялись. Вперед, доктор Фриман. Мы знаем, Илай Венс полагается на вас. Чё, музыка такая? Чё, погиб там кто-то? Тем, что на, возвращаю. Вы заслужили свою репутацию, сэр. Я позову кого-нибудь открыть ворота, чтобы вы проехали без задержки. Я знаю, доктору Венсу сейчас нужна помощь. Будьте очень осторожны, приближаясь к мосту. Судя по молчанию этого поста в эфире, он перешел по контролю Альянса. И все же, вы определенно подходите для этой миссии. Уж кто-кто, а вы прорветесь. Удачи. И передайте доктору Венсу, что полковник Кэббидж сожалеет, что не может спасти его лично. Фримен должен поспешить. Илая Венса держат в тяжкой неволе. Слушай, а ты меня подхилишь? Есть ли повод для задержки? Подхиль. Конька нужна. Я же знаю, ты можешь. Незаслуживающий сознания. НМО точки маяка. Мы помним прием. Фримена. Говорит полковник Кэббидж. Прием. Давайте, открывайте. Его пути. Спасибо. Ну вот, блядь, приехал. Тяги не хватает. Хотя бы этих муравьиных львов нету. Только я обрадовался, да? Слушай, а здесь хоть и каменюки. Наверное, можно слезть.
И я не могу ехать дальше. Дайте проехать. Самоубийца. Так, ну я понял, мне сюда явно не надо. Ясно. Пройдемся пешком. Откуда еще? Так, все, нормально. КПшка есть, все есть. Блять, прорвались. Кто, блять, что ли? Да, слышите. Он попасть даже не может нифига. Я тоже. Судя по всему. О, нифига себе. А как ниже? Thank you.
Че, мне телетачку перепаковывать? Давай перепаркуем. Сейчас опять эти муравьиные засранцы полезут. Я пошел. Все, успокоились. Одного магазина хватает так с упора расстрелять. Ну давай обратно наверх полезли. Я возьмем нашу машину. И что, подожди, я с ним буду делать? У меня явно как-то сюда надо попасть. Ой, блин, загадки. Побелись. Сорян, я не специально. Нормально держится. Я бы даже такое что сохранился бы. Ой, тихо, машину не взорви. Собственно. Что у нас тут? Ну-ка. О.
Один выстрел восстановили. Так, ну все, у меня на полную. Опа! Рубильник. Пошло. Пошла жара. Угу. Ну тут явно намек, что мне на машине надо ехать, да? Ну что, поехали? Зря что ли сюда ее перекидывал? Ладно, давайте на этом совершим нашу серию. Ну а с вами был Зазепа. Лайкосики, подписки. Всем спасибо и до встречи в новой серии.